Что? Что ты делаешь в нашей камере? Слышишь, он лезет в нашу камеру, ты чё? Ты что, лезешь в нашу камеру? Один на один. Он лезет в нашу камеру? Он лезет в нашу камеру. Ты знаешь, на кого нарвал? Меня звать Волков Демьяна, и со мной здесь есть один маленький штрих. И Ванечка. В этот день... Вечерочек. Вот... Сегодня я буду говорить только да, потому что мы снимаем 24 часа, только да. Совсем дурак. Сюда иди. Ты хочешь сказать, что тебя вообще не пугает то, что ты сегодня будешь соглашаться прям совсем? Да. Тогда прямо сейчас пойди и выкинь мусор. Сейчас? Да, почему нет? Мусор. Ну да. Не-не-не-не-не-не-не-не. Такие правила. Сегодня в белом танце кружимся. Сегодня мы с тобой подружимся. Так, иди выкидывай мусор. И пока оно выкидывает мусор, я хочу вас попросить подписаться на мой канал, на мой инстаграм. Да. Да. На твой инстаграм тоже пускай подписываются? Да, пускай подписываются. Ссылочки будут в описании, мы вас там ждем и также делаем рандомно сигны нашим подписчикам. Так что жмите пальцы вверх и давайте смотреть этот ролик для крутых парней и моя бабушка одуванчик. Так. Где же моя любимая еда, точнее чипсы и хлопья? Мы сейчас все подостаем. О, какие же они великолепные. Вано, у меня для тебя есть супер вкусная еда. Стоянка! Это супер офигительные чипсы, но я знаю, что ты их не любишь. Я знаю, что они тебе не нравятся, ты их не можешь терпеть, в конце концов. Я знаю, братан, поэтому я взял для тебя капусту брокколи. Знаю, что это твоя любимая капуста. Ты от нее балдеешь просто, ведь это так, да? Нет. Что значит нет? Сегодня ты всегда говоришь да. Да, я хочу брокколи. Ты знаешь, я даже хотел пиджак со цветом брокколи. Я бы хотел жениться на брокколи. Я бы хотел фамилию брокколи. Звучит? На. И пожалуйста, используй ее с умом. Ненавижу тебя. Чида, вон туда, вон эти. Чида. Чида? 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 Слышь, браток, а тебе играть не надоело еще, нет? Мне? Посмотри на меня! Мне надоело! Ну да, да, мне надоело играть. Вообще, кому нужны эти игры? Я не знаю, может пойдешь чем-то займешься, что ли? Ну хорошо, а зачем чем мне тогда заняться? Вано, а я вспомнил, что ты так сильно обожаешь мыть полы. А, ну да, швабра, швабра, да, швабра. Это мое призвание. Дайте мне ее сюда. Швабра в ванной? Я сейчас прямо порву этот пол с швабры, да. Давай. Швабры, швабры. Я прирожденный полы, я прям прирожденный бытопол. Сейчас я буду мыть полы, полы. Ваня, это веник. Пойди, пожалуйста, возьми швабру в ванной. Все тебе не нравится, ненавижу. Швабруня, шваброчка, сюда иди. Сиос 4 Volume. И что это такое? Че как там называется, я не знаю, но тем, что я сейчас держу этот лак в руках, это значит только одно. И что же? И
то и значит, что сегодня ты всегда говоришь «да». Но если я держу в руках лак, то значит, что сегодня впервые в жизни у тебя будет нормальная прическа. Да-да, именно так. Давай кепку снимай. Нет. Причесон тебя ждет. Но у меня потом волосы будут грязные, я их буду мыть. Ты не посмеешь. Ну что, тебе нравится прическа? Классная? Да. Но она реально четкая. Угу. Да, четкая. Классная, да? О, нет, я не хочу, так успокойся. Все не так уж и плохо. Ты как маленький Чуполин. Что? О, Вано, что там? Да ничего, вот на улицу смотрю. Что там, на улице погода хорошая, да? Да, я вот уже переодеваюсь. Тебя, наверное, там уже ждут друзья, да? Как жаль, что ты туда не пойдешь. Это еще почему? Да потому что сегодня по телевизору идет твоя любимая программа «В мире животных», которую ты просто никогда не пропускаешь, да? Нет, блин, да ну нет, только не она. Да, мне прямо сейчас лучше пойти и посмотреть, как бегают носороги, чем пойти погулять с друзьями. Да! Носороги – гигантские виды, напоминающие жирафов. Они будут объедать деревья в Калифорнии или Нью-Йорке. Сложно сказать, это просто поразительно. Кто знает? Вань! Слышишь? Давай ты, короче, напишешь своей однокласснице то, что она тебе нравится. Однокласснице? Нет, стоп, какой? Ну, вот этой однокласснице, как ее? Ну, которая бьет всех с разбега ногами. Та самая, которая плюнула мальчика и сказала: «Шипи, ты же утюг». Да, вот она, напиши ей. Вань, да напиши ей, что она тебе нравится. Офигеть, она плюет и кричит: «Беги, утюг». Да. Ты че, вообще больной? Вот, короче, держи телефон. На, бери. Пиши ей прямо сейчас, что она тебе нравится и ты хочешь с ней встречаться. Давай, пиши. Написал. Все, красавчик, я тебя поздравляю, завтра будешь бегать, утюг. Че там, кто звонит? Она звонит? Кто это? О, вроде работает. На этом наше видео заканчивается, но прежде чем мы его прям закончим, ну а вы, конечно, поставите пальцы вверх и подпишитесь на наш канал, а также Инстаграм. Колокольчик дергайте. Они так дернут колокольчик, а вот я сейчас беру горчицу, вот, мажу ее вот на этот самый, на зубную щеточку, и пока я прощаюсь с зрителями, чистишь зубы, да? Давай. Да. Давай, пошел. Моя ты умница, давай, чухай. Спасибо вам большое за просмотры, мы вас любим. И если это видео наберет 25 тысяч лайков, то мы снимем ролик, как я буду выполнять все Ванины, ну так сказать, задания, да? Что, тебе хорошо, да, блин? Да. Печет? Иди по мой рот. До скорой встреч, с вами был я, Дэмиан Волков, а также вон то создание. Короче, всем покеда. На. All along, but I've been too caught up to see it, baby. We can have it all if I just could get myself together.